Да. Работает. Владимир, ну, как для вас сложился этот спринт, эта гонка? Ну, тяжело было ходом. Ну, я постарался до конца отработать. Наверное, получилось чуть-чуть, как скажем, неплохо получилось сегодня. Два штрафа, это много за здесь, за рубежи. Ну, так получилось. Можете сказать, что в Рупольнике действительно специальная какая-то атмосфера для вас, какая-то необычная, что в Рупольнике очень много болельщиков? Да, тут всегда хорошая атмосфера. Сегодня было тоже. И рад, что приезжаем здесь каждый год. Это хорошо. Можно сказать, что биатлон в Болгарии действительно становится популярным видом спорта? Да, последний снег это популярный спорт. Ну, не так, как в России и как в Германии, но можно сказать, это один от зимних видов спорта популярный. Вы несколько раз приезжали в Тюмень, выступали у нас в Тюмени. К сожалению, Кубок мира был перенесен из Тюмени в Конте-Алахте. Что вы думаете вообще по этому поводу? Это плохо. Мне всегда нравится из Тюмень. Я был два раза. И надеюсь, снова получить этап Кубка мира и можно и чемпионат мира. Это будет здорово, хорошо. Спасибо большое, Владимир. Удачи вам. Спасибо. Да?